Сколько можно хранить куриное мясо в морозилке, чтобы оно не испортилось? На срок хранения куриного мяса, как и любого продукта, влияют определенные факторы, а именно: свежесть курятины. Чем свежее мясо, тем дольше оно будет храниться. Термическая обработка. Сырая курятина может храниться от 3 до минус 12 месяцев, вареная – 4-6 месяцев, жареная – до 1 месяца, наггетсы или котлеты – от 1 до 3 месяца. Время предварительного хранения в холодильнике. Не стоит замораживать курицу, хранившуюся в холодильнике, дольше 2 дней. Тип продукта. Целая курица может храниться до года, части курицы. Филе, голени, крылышки. До 9 месяцев, свежий куриный фарш, 3-4 месяца. Тип и герметичность упаковки. В магазинной пластиковой упаковке не следует хранить курятину дольше 1 месяца. Температура в морозильной камере. Оптимальная температура, от минус 18 до минус 24 градусов. Чем выше температура, тем короче срок хранения. Важно отметить, что чем дольше курятина хранится в морозильнике, тем больше теряются ее вкусовые качества. Как лучше хранить курятину? Для того, чтобы куриное мясо хранилось в морозилке как можно дольше, следует правильно подготовить его к заморозке и соблюдать определенные рекомендации по хранению. Выбирайте для заморозки свежее мясо, обращайте внимание на дату на упаковке или же, при покупке, на вес, на естественность цвета, эластичность и отсутствие посторонних запахов и слизи. Если на улице жарко, а магазин с мясом достаточно далеко, возьмите сумку-холодильник, пакеты со льдом или аккумулятор холода, это не позволит курятине испортиться по дороге. Курицу следует заморозить как можно быстрее, храните курицу в холодильнике не дольше 2 дней перед приготовлением или замораживанием, при температуре до 5 градусов. Замораживайте порционно, чтобы размораживать только то, что нужно немедленно. Всегда работайте с чистыми руками, местами приготовления, оборудованием и посудой, после продезинфицируйте оборудование и поверхности. Герметически упакуйте куриное мясо. В идеале его необходимо завернуть сначала в слой полиэтиленовой пленки или бумаги для замораживания, затем в слой фольги, а затем положить в пакет для замораживания или пластиковый контейнер. Всегда фиксируйте дату замораживания на упаковке, для этого можно использовать малярный скотч с написанной маркером датой. Избегайте перепадов температуры и не замораживайте курицу повторно, ведь это может привести к размножению бактерий. После размораживания куриного мяса его нужно использовать в течение суток. Но если курятина потеряла естественный цвет и выглядит серой, лучше не употреблять ее в пищу.